Привет, Лисяне, гости и жители моего сказочного леса. Если на заднем плане вы услышите странные шумы, то это соседи беснуются от режима самоизоляции, не выдерживают. Люди уже всю ночь сегодня фигачили песни и пляски. Вот, а мы продолжаем. И поговорим с вами о творчестве Грибоедова и его влиянии на мою вышивальную жизнь. Тема номер два будет апрельский финиш. Это на минуточку 30 на 40 сантиметров сплошной зашивки плюс километры бэкстича. Немного коснемся такой организации, как Почта России. Почему я делаю паузу? Потому что у меня нет цензурных слов, чтобы описать их работу. И, конечно, коснемся изменений моих планов на май, но обо всем по порядку. И для начала отвечу на вопрос из названия, причем здесь Грибоедов. Все дело в горе от ума, который Александр Сергеевич когда-то написал, а расхлебываем-то мы сейчас. Почему сразу не сказать «горе от недостатка ума» или его избытка? И каждый раз, что-то не подумав, но будучи абсолютно уверенной в своем незаурядном умище, я наступаю на одни и те же грабли, которые много лет назад нам заботливо подстелил философ-драматург Грибоедов. И на этом минутка литературы в вышивальном видео не закончена, потому как надо бы теперь объяснить, что натворила я от своего собственного ума. В одном из прошлых роликов про три процесса майя я напланировала и наобещала вам такого, что не смогу выполнить, к сожалению. Нет, ну если бы не отпуск мужа, о котором я знала весь год, но на тот момент почему-то резко забыла, то все получилось бы. А теперь из моей вышивальной жизни вылетает целых две недели. Мне удастся, конечно, немного повышивать, но это явно не будут сложные процессы или новые производители. На даче с ними возиться, вот честно, некогда. А значит, я беру с собой новый начатыш, который вскрыла день назад. Это по-прежнему лиса. И значит, общую тему мы не меняем. Но лиса не простая, а-ля Dimensions, только китайского разлива или пошива. Набор под номером DA-248. Каунт 14, заявленный размер 43 на 34. В реальности, конечно, он будет меньше сантиметров по 5 с каждой стороны. Это канва с нанесенным рисунком. Если рассмотреть при очень крупном увеличении, то схема нанесена идеально, без единого промаха и помарки. Иногда по привычке я все-таки сверяюсь с бумажной схемой, но это так, больше для дисциплины. Еще планирую в отпуске повышивать елочные игрушки на пластиковой канве. Какие, пока не покажу, потому что еще не заказала, но уже выбрала. Вторая часть нашего повествования, переходим к финишу апреля. Честно, лень было снимать отдельное видео, поэтому включу сюда. Это лиса по имени Суши. Почему такое странное имя? Просто муж когда-то дал денег на суши, уходя на корпоратив с друзьями, ну вы понимаете. А я выбрала вышивку и заказала, ведь это лучше, чем суши. Так у моей лисички появилось прекрасное японское имя – Суши. Набор называется DA-171 от Joy Sunday. В работе могу сказать, что крестики вышивались на одном дыхании, а вот с бэкстичем пришлось повозиться. Некоторые значки без доп-схемы было не отличить, например, красный сплошной и красные частые линии. В основной массе символов выглядят практически одинаково. Такая же ситуация и с синими, и с зелеными. Несмотря на китайское происхождение, схема проработана до мелочей, ни одной одиночки. Из цветов еще раз убедилась, что очень люблю бирюзовые оттенки и цвет молодой распускающейся весенней листвы. Его здесь превеликое множество, так что любителям весны прям рекомендую. Кстати, эта вышивка запомнится еще и тем, что помогла мне пережить начало режима самоизоляции.
не очень приятные впечатления, но на фоне такой красоты все автоматически становилось легче. Для меня, как для противоречивого стрельца, самым трудным было не невозможность обнять близких, мы и так очень редко видимся, а строгий запрет на уровне законов. Я бы и так не рискнула выйти из дома и, не дай бог, не принести заразу в семью. Но когда тебе приказывают и пытаются под шумок что-то навязать, это прям фу, прям мерзко. Хочу показать вам нашу самоизоляцию машин. Ну, как для выходного, так обычный день, как будто бы и нет этой поправки в КОАП. Поменьше. Да, поменьше. Людей мало, но есть. В основном вот так вот я вижу, без масок все. Там сзади бабушка шла в маске, такой единственный и всем. Ну, некоторые есть. Ну да. Зато вышивка символизировала будущую весну, тепло и умиротворение. Тем самым помогала справиться с трудностями заточения в душном городе. У нас в Калуге все было как-то не так страшно. Или нам просто повезло. Мы даже пару раз выезжали на святой источник, чтобы набрать питьевой воды. На этой записи, а не в эфир. Всем привет. Мы приехали по водичку. Вот. По поводу КПП в Калуге нет нигде. Город не перекрыт. Вроде все нормально. То есть можно водички бесплатно набрать, а не в ключе здоровья. Уверена, что там, где мы берем воду, такие лисички обитают. Зачарованный взгляд, острый нюх, уши в охотничьем режиме. Знать кого-то заметила рыжая из своей засады. Вышивать ее странно. Очень много похожих оттенков. Еще из интересностей часто смена нитей. То есть особо не разбежишься с одним цветом. Обычно такое явление не характерно для китайских производителей. Но тут прям исключение. По вышивальным участкам я разбила всю картину на зоны. Сначала небо, потом мордочка, затем зеленый фон. О, эти 20 оттенков зеленого, которые своими едва заметными переливами заставляют глаза плакать, конечно, от счастья. После мордочки травинки уже не казались такими уж и страшными. Это первый бурьян, который не нужно полоть, а наоборот нужно наращивать. Но ничего, в мае мы это исправим, ибо огородные дела еще никто не отменял. У мужа на этот месяц стандартная аллергия. Лежит, чихает, вытирает слезы. Бедный мой, бедный муж. Слева лицевая сторона, справа изнанка. По ней виднее продвижение, но и стыдные протяжки на лицо. Хотя, что тут стыдиться? Запечатала в багет и никто никогда не увидит. Если бы мне было совсем не вмоготу, то не показала бы. Так ведь и в жизни бывает, откроешь на чуть изнанку своей жизни, подпустишь к своей душе кого-нибудь поближе, а тебя туда прям нас разбегу грязными сапогами. Недавно так чувство ВКонтактике излила в посте. Про душевную боль рассказала, глупенькая, на советы надеялась. А мне еще глубже за нос загнали и пошевелили хорошенько, чтобы урок был. Не понимаю, вот я никогда не пойму тех людей, которые интересуются человеком, мониторят его соцсети и вот тихо и гнусно ждут, когда у него что-то не получится, чтобы вот сделать больно. У вас случаются такие уроки, и как вы на них реагируете? С этой работы я участвовала в вышивальной игре. Напишите в комментариях, нужно ли вам видео обо всех моих вышивальных играх. Это могло бы вылиться в интересный рассказ со ссылками и крутыми подарками от спонсоров, если захотите поучаствовать. Ну так вот, каждый раз при фотографировании отчета в кадр лезла Мысюша. Кошка-мысль, помните? Как будто это она все время работает коготками своими иголочками. Каждый крестик укладывает, а я так попиариться пришла за ее счет.
В середине апреля я вовсю вышивала по цветам. На тот момент было вышито 15 из 30. Дабы подстегнуть себя, пришлось изобретать велосипед и устраивать в Инстаграм собственный челлендж. Давайте вместе считать. Плюсики – это цвета, которые уже полностью вышиты. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Дальше. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. В смысле? 22 цвета вышито. Ура! На самом деле 23 цвета. Сейчас я просто еще один не отметила. 23 цвета из 30. Лисичка. Готово. Осталось зашить пустоты. Так, фокусируйся. Не хочет фокусироваться. Так, вот здесь еще пустота осталась. Где-то в небе есть незашитые, незакрытые полукрестики. Вот, по-моему. Потом пустота. Вообще все эти поиски пустот мне напоминают картинки «Найди кота». Или вот перед Пасхой было «Найди яйцо», где вот куча-куча крестиков. И нужно найти пустые. А так все. Лиса дошита. Сейчас заполню пустоты и останется бэкстич. Если грубо говорить, то у меня уходил один цвет на один день. Но под конец я немножко подналегла на это дело. Поднажала. И потом вдруг поняла, что в апреле у меня будут даже запасные дни. Ого! Еще немного бэкстича, а именно 4 дня. И вот она, готовая лисня. Бэкстич, вот где проверка на нервы. Сегодня третий день, я, скорее всего, отошью только 2 листа. Самый ужас будет в правом нижнем углу. Чуть-чуть полегче здесь. А так это ужас ужасный. А у нас тут, смотрите, чего. Купающийся лис. Уже краска отошла. Уже час он пролежал в воде. Сейчас добавила немножко геля, чтобы постирать, потому что за месяц работы вот уголки темнели. В третьей части своего доклада хотелось бы рассказать о нечестности Почты России, а именно за кражу из конверта подарка из Германии. Как говорится, никогда такого не было, и вот опять. До этого про такие неприятные случаи я только слышала от других. Но вот муж приносит конверт. Видно, что он вскрыт, дорываем сбоку, а там пакет пустой. Я сначала думала, что это прикол такой, может это какой-то волшебный полиэтилен, может с помощью него что-то нужно сделать. Написала отправителю, но нет. Оказалось, что там был подарок. Расстроилась, но мы обе расстроились. За годы увлечения пусткроссингом я уже знаю, как воздействовать на почтовиков. На следующий же день мне вернули пропажу. Со словами «выпало», наверное. Ага, выпало из конверта, а потом из полиэтиленового пакета. И поскольку история закончилась хорошо, показываю вам эту красоту. Органайзер для хранения набора. И он идеально вписывается в атмосферу моего дома, в мое девочковое настроение, когда я вышиваю. И самое главное, будет незаменимым помощником в работе с мелкими пластиковыми игрушками. Я их беру на дачу, и это то еще удовольствие – выуживать части вышивки по всем сумкам. Теперь для этого у меня есть вот такой прекрасный чехол. Таким образом, мои планы на май резко меняются. Буду потихоньку вышивать набор от Алисы. Накосячила уже в полукрестиках, которые ненавижу. Постоянно приходится совать нос в схему, сверяться.
тяжеловато будет. Я, конечно, себе польстила, что за месяц его вышью. Но попробую, по крайней мере. И в отпуске поработаю над китайской лисой с пластиковыми миниатюрками. Вот такой получился рассказ. Немного сумбурно, но зато много эмоций. Капелька литературы и даже, как вишенка на торте, детектив со счастливой развязкой. А с вами была Леся из «Сказочного леса». Всем пока! Злой пёсель. Ай-яй-яй. Злой. Ай, злой. Нельзя так. Ай, злой. Дура, что ли? Да. Откусывает прям вот жрат. Ай! Кто кусает? Уходи! Злой пёсель! Пожиратель меня! Нельзя так делать. Хлеборезку свою на руки нельзя открыть. Дай поглажу пёселя. Надо гладить же пёселей. Пёсели загрызают.